Всем привет! С вами Алена, и мы продолжаем играть в Draw Stickman. Нам можно идти на босса, а можно идти искать остальные ветки пути, куда пойти. Но я предлагаю сейчас пойти на босса, а потом уже как пойдет. Либо дальше пойдем остальную карту раскрывать. Или будет конец игры, если нам этого не дадут сделать. Так, ну-ка, давай. Ну, нажимайся. Чё ты не нажимаешься периодически? Во. Иди сюда. Просто играю на... Как это сказать? На планшете графическом. Ну, то есть, ручкой тычу. Ага, вот тут молния, значит, надо сюда ударить молнией. Попробуем. Ну, берись, карандашик. Может, ручка уже села просто. Ай, себя тут... Блин, я себя ударила. Надо было чуть-чуть подальше отойти. Что-то странно, ручка не работает. Стилус, точнее. Блин, давайте мышкой поиграем. Просто мышкой рисовать не так удобно. О, тут еще что-то есть. Странно как-то. Как удары сюда, а ну может да, тут какие-нибудь механизмы у них. Аккуратнее, что-то тут. А, бомбы. Понятно. Эй! Я же не наступала. Капец, подстава какая-то. Ну-ка. А если сделать вот так вот? Тоже. Нет? Не хочешь? А огнем? Тоже не хочешь. Ох. А сюда? Можно зайти. Карта появилась здесь. И что еще тут есть? Вот как раз наш друг. Ну-ка. Сможем, не сможем. Ой-ой-ой. Эй! Не думал, что это будет так просто, не так ли? Я похитил твоего друга только за тем, чтобы заманить тебя сюда. Теперь я уничтожу тебя, и твои карандаши будут моими. Слышь, ты? Ну-ка. И поджечь нельзя, что ли? Окей. Вот тут подожжем, значит. Сейчас все уничтожатся, да? Свечки горят. Блин. Что делать-то? Ой, не то. Вообще, убрать этот карандашик отсюда. Ну, сюда тоже поджечь свечечку вот эту и вот эту. И тут факелок. Угу. Чё за тостер? Нарисуй топор, да. Это хилый у нас топорик. Он себе какого-то ежа рисует. Слышь ты. А как? Как я не знаю как. Ну-ка, гори в огне.
Блин. Я не знаю реально, что делать. Может, заново попробовать начать. Нет, не работает, это так. А вот так работает это. Ага. Вот еще динамит. Ой! Нас пчелки убили. Довольно быстро. Так, будем знать, что там ловушка. Но мы сюда сейчас зайдем и попробуем посмотреть, что тут есть. Вообще. А дальше еще. Ага, тут типа ничего, да? Понятно. Так, мы пока его оставим. Этого кварти. Так, и долбанем молнией вот сюда. Вот. Дальше. Нам надо аккуратненько пройти мимо мин. Да... Одну ногу, что ли, тебе делать, блин? Капец какой-то. Капец, капец. Ладно, идем к этому. Это реально, просто не понимаю немножечко, что делать. Рисуем ключ. А, дальше мы здесь все это взрываем. Ой, не то. Простите. Да все, пусть горит. Вот. Дальше это мы молнией. Вот тут, наверное, можно молнией. Ой, не то. Ага, еще один тостер. А, он просто был тут. Так, отлично. Дальше поджигаем вот это. И рисуем, кстати, себе топор. За тостер. Взяла, сломала тостер. Ай! Ай-яй-яй! Вот то убегаем тогда. Пока. Новый топор надо нарисовать. Так, давайте сломаем остальные вот эти вот ящички. Чуть меня смотрю, я коцаю тут вовсю. Блин! Вот это я сейчас тупанула. Ладно. Яйцо не ломаем. Понятно. Окей. Большой себе такой топор рисуем. Ой. Правда, он долбить им плохо будет. Угу.
Так. Дальше вот тут вот так. Здесь вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, почему ты бросил топор, дебилушка? Так, вот это раздолбать. Зайки. Так, тут ничего пока нет. Себя не убей. Ага, два тостера, я не знаю, зачем пока они нужны. Ну, тут еще тостер третий. Тостер третий. Звучит как имя какого-то странного короля. Ага. Ну-ка, давайте вот это тоже раздолбаем. Камушек. Эй! Они Кверти убили, сволочи. Ладно. Попытка номер еще одна. О, зачем они убивают Кверти? Я не понимаю. Он же ни в чем не виноват. Вот такие тоненькие ручки, тоненькие ножки. Пройдем, не пройдем, вообще не знаю. Я же могу плюнуть и не проходить. Нарисую огонь. Вот так вот все это. По максимуму. Дальше. Так. Так. Блин. Фейспалм. Какой хрустящий, да. О, боже мой. Ну, подходи сюда, пока молния бьет. Чё ж так, а? Всё же хорошо начиналось. Чего опять началось, да? Ну, тыть. Дальше. Нет, топор пока не надо. Дальше берем. Вот это все поджигаем. Вот. Вот эти ящики. Вот так вот делаем. Вот. Теперь поджигаем вот эти ящички. Ой, точнее, это динамитик. У нас появляется. Окей. Блин. Застрять еще не хватало тебе здесь. А, дальше. Взрываем вот это. Взрываем вот это. Взрываем вот это. И вот эти ящички с кроликом. Бедный кролик. Ты кто? Ладно, ты никто, да? Тут никаких взаимодействий нет. Блин. Давайте повзрываем там. Сверху это получается, да? Как попасть наверх? Так. Ну-ка. Остальное. Так. Деньги, деньги, дребеденьки, да? Ничего здесь нет. Ладно, попробуем тогда вот таким образом. Угу.
Ага, ясно. Нам надо стоять здесь. Сейчас опустится. Наверное. Да, смотрите, опустился. Давайте-ка. Иди быстрее, быстрее, быстрее. О. Вставай. Поднимайся. Что у нас здесь есть? Да ничего, по сути, у нас тут и нет. Ага, синий дракон. Надо их заставить драться. Интересно, он спустится вниз? Да. Ну-ка, деритесь. Отлично. Эти дерутся. Ну что мы от этого выиграли? Не знаю. Давай топорик еще один возьмем. Тостеры. Тостер, тостер. Хлебушек. Дальше. Давайте. Этот тостер тоже пусть даст хлебушек. И вот этот тостер пусть даст хлебушек. Нет, 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 нет! О, зачем ты сломал его, тупень? Ну давай все доломаем, чё. Я просто не успею, например, до этого хлебушка. Ой! Он там дорисовал. Ты слишком неповоротлив. Я просто не знаю, что делать. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Все, мне надоело быть на этом уровне. Давайте посмотрим другие уровни. Так. Вот здесь у нас можно было еще куда-то пройти, да? А вот здесь мы не нашли пазл. Точнее, не смогли дойти до пазла. Так. А если поджечь сначала вот эти кустики чуть-чуть? Нет, все-таки продолжает гореть, да, мост. А, надо сделать так, чтобы мост не сгорал, чтобы туда попасть. Вот. Перезагрузить уровень. Просто если мы вот это взрываем, у нас здесь загораются все деревья по цепочке, идут, 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 и все. Нам надо взорвать вот этот динамит и вот этот динамит, чтобы тут все открыть, наверное. Нет? От такого огонька ничего не загорается? И от такого тоже ничего не загорается. Просто я хочу по минимуму как бы огоньки всякие начинать. Блин, все дальше пошло. Черт. Нам этого как раз-таки не надо. А другого пути тут нет. Смотрели, какого уже. Вот этот камень надо чем-то перетащить. Убрать. Сейчас догорит, пойдем. Так. Вот только через верх, видите, есть путь. Вот до сюда. Но если мы поджигаем здесь... В любом случае, если мы поджигаем здесь динамит, все идет гореть.
Можно, конечно, пробовать как можно побыстрее. Ну-ка, успеем, нет? Кто быстрее, мы или огонь? Не знаю, не знаю. Огонь быстрее оказался. Ну-ка, еще раз, но у нас почти получилось. Ау, ау, конечно, да-да-да. Подсказка «Не попадай в огонь» была нам только что. А тут уже все вовсю горит. Огонь быстрее оказывается. Ах. Ну да, тут мы уже дальше были. Как выбрать уровень? Нельзя сюда никак попасть. Черт. Или вот отсюда можно? Ну-ка. Вот тут посмотрим, что есть. Я просто действительно пока не могу понять, как действовать у босса. Пока науке это неизвестно. Идем вниз. Судя по всему, там должен быть путь. А, вот как. Типа сюда надо пройти. Вон всякие лодки с веслами. Хм. Хм. Очень интересно. Так, давайте-ка пчелок сразу. Правда. Ой. Мы нарисовали тучку с молнией. И кажется, сожгли один цветочек. Ну ладно. Сожгли, так сожгли. Что теперь? Вот так. Ну, эта тучка не льет ничего. Вот. А, тут еще цветочек. Да, мы сожгли один цветок. Может, сюда куда-то можно пройти вниз? Вот, это что такое? Уже все, не выхода нет. Во. Ей! Интересно. Очень интересно, кстати. Придумали. И вот у нас пещерка, в которую вход. Ведра и кролики. Продолжить. Вот сюда мы попадаем, да? Да, вот сюда мы попадаем. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Огонь, тучка. Ладно. И цветочки. Угу. Нарисуем облако вот тут, чтобы потушить. Нет, не хочешь? Главное, чтобы цветочки не сгорели. Ничего нет? Нет. Так, ну-ка.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Посмотрим, что у нас здесь. Пока ничего нет. Цветочек. Я думаю, все цветочки надо поливать. Им от этого хорошо. Так, тут он кролик в ловушке. Странно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Злой камушек. Так, давай-ка мы тебя, злой камушек, ударим молнией. Эй! Черт, это тоже злые камни. Ну блин! Тут тоже полить. Нет, 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 я знаю, что ты плохой. И тебя надо ударить молнией. Вот так. Эй! Ну-ка, не жги меня. Так, ну да, все, прошли. Вот этот тоже плохой. Просто они не так заметны, как хотелось бы. Идем. Ага. Сволочь. Получи. Так, а если мы здесь? Нет, не облако, а подожжем костер. Ну-ка, что будет? Что-нибудь будет? Нет? А вот так? Во! Блин! Ай-яй-яй-яй-яй! А! Как же все сложно, да? Вроде с одной стороны просто, а с другой... А, капец. Поливай. А тут долбись. Вот так. А, это чтобы выкипела вода и можно было обратно вниз пойти. Понятно. Что тут? Ага. Я знаю, что ты плохой. Эй, зайки кушают. Сволочи. Да уберись. Собака. Пока разбиралась. Да. Даже так, оказывается, можно. Вообще замечательно. Так.
То есть здесь надо поджечь. Ой, нет. Да, встань пока тут. Так, а этот камень мы долбанем снова, чтобы он нам не мешал. Ты все-таки сожрал там цветочек, гад. Так, ой, нет, сначала мы идем сюда, выкипеть здесь и долбануть тебя. Все. Ау! Ау, ау, ай-яй-яй. Дальше. Вот так. Ну, мало что ли? Вот так. Вот. И ты налови свою порцию кайфа. Так, а дальше-то мы не можем, да? Ладно. На. То я мимо пройти не смогу. Сейчас. Подошла, ага. Иди! У тебя не так-то много времени, чтобы стоять и мешкаться. Так, сюда. То есть его надо убить, получается, да? Ну ладно, чё. Нет? Кажется, мы зафейлили этот уровень. Ладно, пойдем наверх пока. Отлично. Проходи быстрей. Дальше. Вот так, так. Так. Я не знаю, зачем я поливаю цветочки, но если есть цветочки, значит где-то есть пчелы. А если есть пчелы, значит это будет больно. Так что я лучше полью. Нет? Самой? Или что? Нет, скорее всего, молнию сюда надо. Вот так. Вот, отпустилась. Но зачем мне сюда? Я не знаю, зачем мне вниз. Ну ладно, давайте сходим. А! Я забыла про камни. О, ладно, мне надоело умирать. Зато есть что и куда делать дальше. У нас еще раз, два, три, четыре окошечка. И вот здесь вот остров, на который не понимаю, как попасть. Может быть, отсюда как-то можно будет. Вот. Всем спасибо, кто смотрел, и всем пока-пока.